В общем, очень интересно, было интересно посмотреть город, который не просто заброшенный, а который принудительно заброшенный, когда люди эвакуированы, и это действительно завораживающе. Ты приходишь в этот город и видишь полностью заросшую зеленью. Спасибо гиду, очень классно. Это вообще, это просто непередаваемое ощущение. Я считаю, что сюда нужно всем ехать.